Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы с вами сегодня будем, знаешь, во что играть? Будем играть с вами в хоррор, который называется «Найди себя», и если ты думаешь, что, что я хочу сделать, зачем я сюда зашел вообще, мне нужно было зайти в настройки видео и все сделать вот, да, все как должно быть. Звук давай сделаем сразу потише, потому что, ну, блин, потому что я сам себя не слышу сейчас. Очень уж больно громко. Уж лучше на видео его сделаю погромче, если мне будет это нужно. Это хоррор психологический, в котором мы будем искать себя, ходя по вагонам метро и что? И ничего, и будем ходить, и сраться, наверное, очень будет страшно нам. Хотя, наверное, надо будет еще чуть потише сделать. Звук. Чуть еще потише сделать. Очень больно громко все эти эффекты происходят. Решил я, значит, немножечко изменить, не то чтобы изменить, а разбавить на своем канале, контент. То есть, все трейдер-симулятор, Shift бежать, Ctrl кронч. А кто там бегает-то? Малой какой-то, наверное, бегает в шлепках, потому что левый Ctrl присесть. Да кто там? Подожди, а куда я должен присесть? Мухи какие-то летают. Помер, наверное, кто-то. Да подожди, а куда я должен пойти-то? Я же не присяду здесь. О! А левой мышкой штраф за парковку. Левой мышкой. Я аж левой мышкой, и что? Левой... А, вот это вот. В 5:30 вечера встреча с психотерапевтом. Надеюсь, не будет страшно. Точнее, наоборот, я надеюсь, что будет страшно, потому что... Что за звук? Кто здесь хулиганит? Я не понимаю. Кому здесь нужно меня пугать? Почему вообще в метро летают мухи? Почему метро не ездит? Почему здесь так темно и так страшно? Что происходит с этим метро? Кто здесь сдох в конце-то концов? Конфетки, фантики лежат. Мне сказали, что... Точнее, не сказали, а написано было в описании, что здесь ходить нужно по вагонам метро, а не по метро. По самому метро. Само метро выглядит ужасающе, да, действительно. Средняя мышь Е сфокусироваться. Ух, блядь, вглядываться я не люблю в таких играх. Во что я должен вглядеться здесь? И? Ну, сейчас обосраться можно только будет, вот и все. Сейчас напугаюсь ведь, когда будем вглядываться, ну. Честное слово тебе говорю, ну это, блядь, не может быть иначе. Ну, смотри. И куда я должен фокусироваться? Он, срань какая-то, побежал. О, алло. Да, говорите. Ой, блядь! Страшно, да. Надо, наверное, это фильтр будет настраивать по звуку, чтобы он ровно шел, чтобы не было каких-то скачков. Кто там стучит? Ёлки-палки. Я сейчас поезд собью. Грохот-то какой, ну? Акт первый. Монстры среди нас. Ну, Among Us еще бы мы не знали, как переводится. Это ж ведь игрушка-то какая. Ого-го, какая популярная игрушка. Почему? Почему? Прям 5 секунд, подожди. Я кое-что прям сделаю, и прям все. И вообще отлично. Да кто шепчется? Отстаньте от меня. Ребеночек, ребеночек, мой хороший. Убили, что ли? Блять, не могу я играть с такой громкостью. А! Я думаю, что громко так? Твою налево. Кто тут на 100 поставил опять? Я, блин, глохну здесь. А оно, оказывается, вот оно что. Ну что здесь нужно делать? Что здесь? Какая суть? Да... Ой. Че ты? Ребенок, не кури. Бросай курить, твою налево. Так, тук-тук-тук. Ну... Почему фонарь гаснет? Ладно, пойдем туда. Там ребенок еще один. Их надо сдружить, наверное. Что я должен сделать? Что? Что от меня требуется здесь? Двери не открываются, ничего не дергается, а дергается только ручка, и та
твою налево не открывается. Не, ну ты дурак. Ты зачем бегаешь там? О, подожди, я в этом же вагоне, что ли? А, подожди. Нет, не так это работает. Или так? Блин, я вообще что-то не вкуриваю, как это должно быть-то вообще. Метро здесь, конечно, не прям уж какой прям вах. Подожди, я пытаюсь открыть дверь. Она элементарно не открывается. Все, блядь, перестал. Убили, что ли? Ребенок, заканчивай тут панику наводить. Мать свою позови, и будет все хорошо у тебя. У тебя. Блин. То есть здесь все по времени, что ли? Все на времени завязано. Че пугаешь-то? Да кто там опять бегает? Подожди. Ну опять дверь не открывается. Ну это, ну, безобразие, честное слово тебе говорю. Это безобразие иначе не назовешь. Вот сюда надо идти, да, здесь кто-то орёт. А, вот. Ну. И куда ты? Подожди, и куда ты побежал? Дружище! Выходи, там ребенку надо помочь. Ну, он там плачет, орёт, навзрыд просто ревет. И как, и что ты хочешь, чтобы я здесь с ним один остался? Один на один? Это вообще не, ну, неправильно, я считаю. Где персонал, который работает в этом метро? Где ответственный... Ух, ебать, колотить. Вот это ничего себе. Вот это да. Ну и дела. Подожди. И что, я сейчас буду изгонять дьявола, что ли? Ну пойдем изгонять. Когда темнеет, мама ведет себя странно. Бляха-муха. Нет, маму прятаться надо. Подожди, я не хочу с мамой видеться. Привет. Я вот здесь вот побуду, сяду вот сюда вот и буду сидеть. Знаешь почему? Потому что я могу. Мне кажется, какая-то у тебя странная комната, все-таки немножко гнетущая. И... О, вот сюда вот можно, наверное, залезть. Подожди, мать! А, мать! Мне на тебя, если честно, поебать. Вот я хочу просто выиграть эту игру и... О, перестал. А, записочка. Мама меня наказала и закрыла в комнате. Папа, вернись домой после того, как ты ушел. Мама стала плохо со мной обращаться. Отменить. Страсти какие. Чего? Я же в метро до сих пор наверняка нахожусь, нет? Че это за звук такой был сейчас? А, это вот этот, электроник. Угу, понял. А, подожди, а как мне теперь тогда это самое выйти из двери, из комнаты? На кровати еще кто? О, монстр под кроватью! Привет, мой хороший! Эй! Выходи! Выходи скорее! Да, блядь, тебя там заперли, что ли? Как туда залез вообще, дурак? Мне очень страшно, если честно. Вот очень страшно. Тебе конфету дать или что? О! Записочка! Питер Хукар. Чего? Ладно. Кто слева ходит? Кто слева ходит? Мать опять гуляет там, смотри. Клоуны. Раньше я любил смешных клоунов, но теперь они кажутся мне злыми. Слушай, это вообще не смешной клоун. Если ты считаешь это смешными клоунами, то у меня для тебя плохие новости, ребенок. У тебя нездоровая психика, потому что это абсолютно не смешные клоуны. Эй! Может, хватит там кряхтеть-то? Потому у меня клоуны есть, хочешь, тебе дам? У меня есть клоуны, которыми я не побоюсь с тобой поделиться, потому что они мне нахер не уперлись, если честно. Ну, как тебе помочь-то? Ну, никак, походу. Что это там такое? Подожди, что-то там было такое. А, это просто отражение от стекла. Записка! Красное солнце озаряет путь белому рыцарю. Красное солнце, белый рыцарь. Взять с собой. Так мне в психушку 5:30 надо было, нет? По-моему, там так было написано. В предыдущей записочке. Подожди, я нажал сейчас на кнопку, и на таб я нажал, и вылезает снизу какая-то ерундовина. Не смешно все это. Мать больная ходит, еще кто-то ревет у меня под кроватью. Что с ними делать, я не понимаю. Еще фонарь этот очень ярко светит, и я не понимаю, как с ним обращаться. Потому что если я выключу фонарь, будет очень темно. А если будет очень темно,
Мать, пусти. Плеха муха. Ну съешь меня уже, пожалуйста, ухватит реветь там. Красное солнце, белый рыцарь. Белый рыцарь, красное солнце. Красное солнце, где красное солнце? Вот это вот, это либо загадки, либо еще что-то. Выключатель есть? Есть выключатель. Можно красным солнцем осветить путь белому рыцарю? Нет, смотри, подожди, я заблудился. Я заблудился в трех соснах. Я, конечно, невнимательный, да, спору нет, но, блин, ну тут здесь-то заблудиться. Вот идет провод. Подожди, а почему он идет туда-то? Почему он вниз-то идет? Почему он там не поверх выключателю идет? Странно все это. Проводку здесь кто-то делал не очень опытный. Хотя, может, и опытный, просто мы не знаем всех тонкостей производства. Подожди, может быть, нужно тебе приглядеться в тебя? Здесь же все так работает. Я... О, привет! Слендермен, что ли, какой-то видоизмененный? Или что это? Кто это был? Бляха-муха. Фонарь опять сам погас. Зачем погас? Непонятно. Подожди, теперь он орёт там. Ой, монетки, что ли? А, это замочек. Подожди, и куда мне теперь? Клоуны. Подожди, а вот как-нибудь мне можно его заскринить? Как-нибудь заскринить. Хотел на превьюшку, чтобы он был у меня на превьюшке. Потому что клоуны это весело. Подожди. А мне это зачем? То есть это такая ссылочка была у меня к моему детству. Я так понимаю, наш главный герой либо умер, либо у него огромный психический... Или психологически, как там правильно, расстройство. Психические расстройства. И он не может ничего с собой поделать. Он просто мучается от всего этого. У него нахлынули на него воспоминания, которые были у него в детстве. Он любил клоунов, но когда-то у него батя ушел из семьи. И теперь у него мать... А, потом у него мать была злая. Потом она на кукушке поехала, и он вместе с ней. Наверное, давил на него очень сильно или что-то там еще подобное. Не знаю, как это все дело происходило, но дверь не открывается, это факт. Вот! 5 секундочек, сейчас. В таких играх нужно водичку-то подальше отставлять. Чаек тоже. Но ничего не поделаешь, говорю я слишком много, и следовательно... Да выключи, пожалуйста, музыку, я устал ее слушать. О, кто-то скребыхает. Ну кто там? Ой. Привет. Чего дать? Заскриню вот тебя, наверное. А может и нет, может что-то еще более страшное появится. И мы из двери-то из этой... Чего страшного? Мы из этого вагона выйдем когда-нибудь, или мы просто будем здесь ходить? Бойся, будет сейчас страшно. Кошмар. За мной идет вот этот вот человек с замотанной башкой. Неужели мы выйдем сейчас из... Опять этот головастик побежал. Ладно, пойдем отсюда. Это считалочка такая, в это, в план... Ну ты дурак, нет. Хочешь зайти, зайди. Ой. Дамочка, вы очаровательны. Да ты тоже очень очаровательна. А что здесь может скрипеть, если здесь нет... Ой! Хорошая моя! А ты что здесь стоишь-то? Подожди, а если выключить свет? Блин, если выключаешь свет, то их не видно, а если... Свет зажигаешь, то их очень видно, слишком сильно видно. Это я не люблю так. Пойдем дальше. Опа, Мишка. Ребенок съел, что ли? Ты чё? Мать, хватит так делать. Пойдем до конца. Это, может быть, магазин какой закрыли. Какую-нибудь растаможку закрыли. И добрые товарищи какой-то национальности... подогнали манекенов в вагоны метро, чтобы не выглядели они так опустошенно или что? Что? Зачем это все здесь стоит? Чё вы здесь это? Звук как будто кто-то повесился и мотается. Но это не так, здесь никого нет. Тетя. А, тетя, может, на тебя надо посмотреть? Ты размываешься почему-то? Может, у меня фокус такой не очень хороший?
Да ладно, хороший фокус. Фокусы, блядь, смотри, во. Хоп, хоп, нет. Нет пальца, видела? Или видел, не знаю, кто-то. Вот это фокусы. Шутничок такой я. Блядь, пойдем отсюда. Слушай, дамочка, отойдите, пожалуйста. Я уже устал здесь ходить. Может, дверь закрыть? Или нет? Подожди. Давай закроем вот эту дверь. И зачем? А для чего я все это делаю? К чему все это приведет? Дорогие мои, давай на звук ориентироваться. Вот это не работает, это тоже. Кто-то здесь? А, во! Точно же. И что мы сделали? Понятно, ничего. Здесь у нас что? Здесь у нас просто... Просто ничего. Где здесь есть какое-нибудь действие? Какое-нибудь, о котором я еще не знаю. Здесь все бликует, и мне... А, здесь цепочечка. Ее нужно, наверное, отколупасить, нет? Если я ее отколупашу, то будет... Кто? Что там мне сказал? Ее надо отколупасить наверняка как каким-нибудь этим... кусачками или не кусачками. Но просто не зря же ведь здесь цепи. И ничего не происходит. То есть, ну, нужно же как-то это все дело урегулировать, правильно? Правильно. Урегулировать... Ящик с инструментами. Точно тебе говорю. Нужно найти ключ. Да ты чего, дурной что ли? Какой ключ я здесь тебе найду? Здесь вон мусора сколько. Хотя, я вон там дверь-то закрывал, а она теперь открылась, и, скорее всего, там ключ будет лежать. Привет. У тебя ключ? О, вот он. Спасибо. Взять. О, кстати, этот ползунок пробежал. Смотри, видел, нет? Вон он, вон там, туда побежал. Ладно, пойдем. Пойдем открывать эту... ящик с инструментами и, соответственно... Давай мне кусачки. Взять, конечно. Кто это такой? Что это за зверь такой? Я не понимаю. Бабка какая-то хуй... А, я от него бежать должен. Ёлки-палки. Нужно расчистить путь. И как? Подожди, как я... Подожди, как я должен расчищать путь? Я не понял сейчас вот этого юмора. You're not awake. Ты не выбрался. Я не понял, как выбраться, потому что я... Нажимал на все кнопки подряд и не понял, как выбираться. Куда я должен был выбраться? Ну, давай еще разок попробуем, конечно же. Мне не жалко, я для этого ее и скачивал, чтобы пройти и посмотреть вообще, что здесь есть. Да, страшно, очень напряженно, но непонятно. Нужно расчистить путь. Подожди, как я этих бабок буду расчищать? Подожди, что мне нужно делать-то? На письки им нажимать? Что вот? Что мне нужно? Да ёб твою мать. Подожди. Если чисто по логике вещей. Они пропадают от того, что я на них нажимаю. Может быть, надо на них нажимать в каком-то определенном порядке? Или... Я не понимаю, понимаешь? Вот я не понимаю. Я сижу, нажимаю на кнопки и не понимаю, что делать нужно. Ты чего? Чего там загружаешься так долго? А может с головами надо нажимать-то? Подожди. Или нет? Да, смотри, ёб твою мать. Кусай давай. Все закончилось. Истерический смех. Смешно-то как обосраться. Пойдем дальше. Опять я к матери своей вернулся, что ли, или что? Меня в подвале заперли? Записочка. Или не записочка? Записочка. Я вижу монстров в своей комнате. Мама мне не поверила и заперла в подвале. Охуенный этот воспитательный метод. Воспитательный ход вообще просто... Во! 10 из 10. Просто потому что, блядь, ребенок монстр видит под кроватью у себя в комнате. А мать его в подвале заперла. В самом безопасном, мать его, месте. В квартире. Ой, в доме.
О, электричество может обрубить нахер, чтобы мать за мной вернулась, нет? Или что? Газ включить. А, это стиралка. Газ здесь хер включишь, в стиралке газа нет. Проблема. Проблема, конечно, да. Это что такое? Это консервы, это чтобы не пожрать, чтобы с голоду не сдохнуть. Ладно, пойдем наверх. Чего я здесь? А, это не на русском что-то сказали. Че, мне обратно вернуться нужно? Не, хер, я вернусь, я буду здесь стоять. В подвал спускаться страшно, даже если ты оттуда поднялся только что. Чего? А вот это, может, дверь куда-то ведет? Нет, подожди. Наверняка мне нужно туда. Да нет, нихера. Мне туда не нужно. А куда мне нужно? Свет может включить? Блять, свет не включается. Отключили, что ли? Из-за долгов? Подожди. Подожди. Просто подожди. Вот рубильник. Вот стиралка. Вот стулья. Я могу сесть на него, наверное, даже. Велосипед. Были бы какие-нибудь здесь хоть немножечко подсказки, чтобы я не блудил особо. Потому что как бы звук какой-то происходит, какой-то, знаешь, скрип срабатывает. А дальше-то что? Что мне нужно-то от этого? Тук-тук-тук! Будем, блядь, приглядываться во все, что можно только. Ну и что? Я должен, ну, мылиться-то как. Ну смотри, вот там есть дыра. Дыра. Куда эта дыра херу просыт? И как бы мы никогда об этом и не узнаем, потому что прыгать-то мы не можем. Я вижу монстров. Подожди, как приблизить? Это перемещать, это не приблизить. Ладно, отменить, давай пойдем, не знаю. Ну, лампочки, что ли, засверкали? Мамка там это перестановку задумала. Пусти. Кто там смеется у меня в ухе? Вот здесь вот кто-то смеется, и я переживаю. Подожди, ну... Как я устал от этого. Подожди, а это что такое? А, это ничего, это просто так. Ну! Куда мне нужно еще зайти? Это не психологический триллер, блин, этот не хоррор. Это какая-то загадка. Просто вот мне нужно загадки что ли решать здесь. Ну, в конце концов, я должен бояться, а не думать, почему не срабатывает скрипт. Ну, присмотрись. Куда здесь можно присмотреться? На облепанные, облупленные стены, на пол, на дверь, которая здесь не открывается ни черта. Что здесь? Что я здесь должен еще сделать? Ну, как бы, чисто если по логике, то ничего я не могу сделать. А если чисто по... то, в принципе, могу походить. Немножечко могу походить. Понять, что ничего не происходит. Понять, что... Что... Ленинград... ру. Смотри. Свет погасить. Свет включить. Лампочки же подтюкали, что-то нет. Ну... Что это? Что это за волшебная атмосфера здесь, я не понимаю. Значит, просто нужно подождать, нет? Слушай, нет. Да нет, наверное. И я как бы здесь сделал-то больше ничего не могу. Кроме как прочитать записки. Так, вообще ничего не вижу. Я вижу монстр под своей кр... Я вижу монстров в своей комнате. Мама мне не поверила, заперла в подвале. Ну, потому что мать у тебя дура. Я больше ничего не могу сказать тебе, дружище. Где-то теперь вот здесь скрибыхает. Что нужно сделать на вот эти звуки? Включить электричество. Давай включим электричество. Электричество не включается. На электричестве нет этих значков действий. Нет ни на чем значков действий. Я на все уже покликал здесь. На стул присесть. Давай присядем на стул. Не садится он здесь на стул. Велосипед. На велосипед он тоже, наверное, не сядешь. О! Подожди. Приколюха. А что это такое? Может, надо все порассматривать просто? И тогда будет нам счастье, нет?
Фокус с исчезновением велосипеда. Видел, нет? А, ёб твою мать! Монтировка. Кстати, вот что с этим фокусом-то? Подожди. Ой, бляха-муха. Ах, ты стой, я тут с велосипедом это фокусничал. О, блядь. Ой, смотри, какая смешная хреновина. Бу, блядь. Страшно. А, сегодня показывают Барбара Финч Бигфут, мой друг Бигфут. Хуя у тебя друзья так-то, если подумать. Да чё он за кочерышку на себе носит? А, записочка. А сколько я себя помню, моя мать всегда вела себя странно. Да я не сомневаюсь, поэтому ты тоже дурачком вырос. Подожди, что это? А, это свечка. А это что? Молоток. Я чё здесь буду? Эти все инструменты, что ли, собирать? Какая цель у меня сейчас с монтировкой с моей? Что мне нужно с ней сделать? Кстати, да, я вот прошел теперь под вот эти вот этой вот ерундой и пропал велосипед. Я не понял, как так произошло, но это факт. Ну и что? А зачем мне нужна монтировка? Вот этот дурил ничего не делает. Этот дурил просто сидит. Соответственно, что я могу сделать? Ничего. Молоток есть, но молоток тоже мне, в принципе... О, подожди. Нихуя себе догадливый какой. Так, ну молотком типа забили здесь. Дурные, что ли, совсем, или что? Зачем так делаете-то? Здесь кто-то кушал. Чего закончилось? Непонятно. Говорят о чем-то. Что в нем? Ебу, что ли, что в нем? Ты монтировку только что пользовался. Подожди. Что в нем? Что? А ты почему меня-то спрашиваешь? Ты же будешь его открывать, а не я. Монтировку возьми. Почему монтировку нельзя взять? Вот монтировку, вон сундук. Элементарно и просто. Вот взял, сломал, пошел. Нашел, что там в этом сундуке лежит. Ответил на свой вопрос. Зачем ты у меня спрашиваешь, что в этом сундуке? В мячик кто-то играет. Пойдем поиграем тоже. Ну что ж такое-то? Ой, мячик-то вот он лежит, ты хороший мой. Я буду рассматривать здесь все просто. Вот давай его на превьюшку поставим. Вот так вот будет вообще отлично. Вот так он и освещается, и вообще все хорошо. Вот. Ой, смотри! Ой, блядь! Вот это страшно было, вот это да, вот это здорово. Что в нем? Ой, блин, аж мурашками покрылся. Бабуль, отстань, пожалуйста, ты уже меня заколебал, честное слово. Что, тревога, что ли, пожарная? Что случилось? Женщина в синем платье шепнула ему: будь сильным, мой белый рыцарь, ибо впереди тебя ждет борьба за зеленые луга. Знаешь, ведь история какая-то. Записки, кисточки. И открыть не могу ничего, что в нем. Да ты, блядь, юморист, конечно. Ну или вот так вот будет, да. Подожди, опять у меня... А, я должен был от него убежать, что ли? А я что-то я на него смотрел, что он стоит на меня смотрит. Ладно, давай попробуем от него убежать. Как бы я его заскринить пытался, я думал, меня сейчас напугает, от него надо бежать было. Оказывается. Просто это как бы хоррор-то психологический здесь. А, ну здесь и здоровья-то нет, как бы здесь нужно просто убегать. Если не убежал, значит дурак. Со здоровьем я не люблю хоррор, это, блин... И что я должен сделать? Я должен подумать только над своим поведением, но это страшнее. Подожди, мне здесь что, секунду, что ли, дают? Я не пойму тогда, что нужно сделать здесь. Я записку прочитал. В записке было сказано, что что-то там... Я забыл даже, что было в записке, потому что я не прочитал, я просто ее взять хотел. Я в тупике просто. Если я сейчас не смогу ничего сделать, то, в принципе-то, я закончу, наверное, на этом. Да и так надо было бы, будет уже заканчивать.
Как тебя обезвредить? Ну ладно, давайте на этом закончим. Потому что, как бы сейчас не ясно, что мне нужно делать. И если вам понравилось видео, то пишите в комментариях. Мы продолжим, возможно, в это играть. Если вам понравится, соответственно. Если не понравится, то пишите свои варианты в комментариях. Пока что в комментариях, пока еще нет другого метода, так сказать, нам с вами общаться. И пишите, во что поиграть, как поиграть, что поиграть, как, зачем, почему. А на этом мы с вами попрощаемся. Всем спасибо за просмотр. Поставь лайк, подпишись на канал, прокомментируй. И до новой встречи в новых видео. Всем пока.